ладно. Генерал? Да вот кто такой? Left to the enemy. Я все, что осталось от врага. Bingo. Есть. Stand easy. Вольно. I've been in the service a long time. Я служу уже давно. Name and rank, sailor. Имя и звание, матрос. Вообще-то я из армии. Я солдат. Отвечайте на вопрос и обращайтесь к нему как генерал, сэр. Капитан Джон Патрик Мейсон, генерал, сэр. На службе в САС Ее Величества. Ну, конечно, я уже в отставке. You're a long way from home, Captain. Капитан, что-то вы далеко от дома. How the hell are you involved in this? Как интересно, вы ввязались в эту операцию. Я обладаю уникальными знаниями устройства этой тюрьмы. Когда-то я здесь был гостем. Hi, sweetie. Здравствуй, радость моя. Вернись, вернись, мальчик. Вам рассказали хотя бы, кто я такой и зачем я все это делаю? И вас используют, как и всех других. Я знаю только, что вы были крупным героем во Вьетнаме. Я видел кинохроники по телевидению. Вы понятия не имеете, что такое вести самых лучших солдат на земле в бой, и когда их потом продают их же собственное правительство. Я что-то не вполне понимаю. Как вы чтите память мертвым путем убийства еще нескольких миллионов? А ведь это даже не бой. Это акты безумия, генерал, сэр. Я лично считаю вас идиотом, мать вашу. Дерево свободы следует орошать время от времени кровью патриотов и тиранов. Томас Джефферсон. Патриотизм — это добродетель злодеев, согласно Оскару Уайльду. Thank you for making my point. Ну что ж, спасибо, кажется, я дал вам понять, что к чему. Где микрочипы наведения? Где они? Я их уничтожил.